Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Спасибо огромное вам всем за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Мой адрес пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. Давайте сделаем сегодня такой расклад на Крестового Короля, как он проведет свои выходные. Как он проведет свои выходные, суббота, воскресенье, посмотрим, какие у него дела будут, кому он пойдет на свидание, на встречу, какой даме он пойдет, о ком думает, что хочет сделать эти два дня короткие, посмотрим. Сделаем расклад. Давайте сделаем диагностику и узнаем, какой король к нам пришел, в каких он находится энергиях. Посмотрим, что он думал в прошлом, с кем он встречался, общался. Вот он сам находится и в прошлом. Так, в прошлом в жизни Крестового Короля была Червовая Дама. Также у него был интерес и к Бубновой Даме. Здесь к Бубновой Даме получил удар разочарования. И он общался, встречался с Червовой Дамой. С Бубновой Дамой была ссора, дама отвернулась в прошлом. Он сам тоже находится в прошлом, думает о своем прошлом. Вспоминает о Червовой Даме, об Бубновой Даме. Так, что же сейчас у него в жизни происходит? В каких сейчас он энергиях? Кого он любит? И что он думает прямо сейчас? Сейчас он общается, встречается с Червовой Дамой, но тут что-то ему не нравится, опять-таки, что-то в жизни, какие-то препятствия есть с Червовой Дамой. Здесь опять какие-то у них проблемы, опять он хочет расстаться с Червовой Дамой, девочки, в данный момент. Что-то у них чувство, что у Крестового Короля, что у Червовой Дамы очень перевернутые, холодные друг другу. Но хочет расстаться, но еще есть общение. Но они очень холодны друг другу, девочки, в данный момент. Здесь все-таки думает о Червовой Даме тоже, да, но все-таки думает и об Бубновой Даме. Опять он хочет, хоть он поругался с Бубновой Дамой, да, вот. Думает о Червовой Даме, тоже будет думать. Ну и также он хочет встречи, общения с Бубновой Дамой. Хоть и поругался, но хочет с ней тоже встречаться, общаться. В данный момент он такой вот. В будущем, что тут будет в будущем? Так, король, который не знает, кто ему нужен. Пришел такой король у нас сегодня. Если он с Бубновой расстался, опять хочет возобновить отношения, а с Червовой расстаться. В прошлом с обоими встречался, сейчас Червовой хочет расстаться, с Бубновой опять начать встречи, общения, и в будущем опять, смотрите, качелеобразные у него. Сейчас он с ней хочет, а в будущем не хочет опять. Видите, его дорога, его общение с Бубновой Дамой опять он закрывает. Опять он, что-то ему там не нравится, опять он с Бубновой Дамой. Свои хлопоты, действия делает пусто. Так, очень будет злиться на Бубновую Даму. Ну, здесь какие-то переписки между ними будут, да, без встречи. Но звонить, писать друг другу будет, и он будет злиться на Бубновую Даму. Тут дама все-таки, опять-таки, надеется на Крестового Короля, что в будущем у них что-то тут получится. Но здесь с Бубновой Дамой все пустое. Тут с Бубновой Дамой он ставит точку, и опять он надеется на Червовую Даму. Здесь, понимаете, мужчина еще не выбрал, кто ему нужен, и он не знает. То с Бубновой пусто делает, то с Червовой надежды есть, то опять тоже пустое. Как-то вот такой король пришел, нерешительный, не знает сам, что он хочет. Он хочет из одной, из другой. Поэтому то с одной расстается, бежит к другой, то Бубновой расстается и бежит Червовой. Ну, посмотрим. Главное, мы узнали, что за король к нам пришел. Итак, девочки,
Вы, как всегда, червовая дама. Ну, себя вы можете ставить как хотите. Вы червовая или бубновая. Это вам решать по раскладу, кто вы есть. Вы это сами уже знаете. Просто по привычке я говорю, что червовая дама – это вы, а крестовый король – ваш мужчина, а бубновая дама – соперница. А там вы сами уже думаете, кто вы есть кто. Так, под сердцем нашего короля ждет он какой-то звонок. Какое-то известие, звонок ждет. Может быть, это большие деньги он ждет под сердцем. Может быть, какое-то известие ждет. Или это может быть жизнь бубновой дамы под сердцем держит, никому ничего не говорит. На сердце о своих чувствах он думает. Так, в голове, в мыслях, на пороге. Что было, что будет. Посмотрим. Так, в голове, в мыслях, давайте чуть подвину, чтобы видно было, да? Когда не видно, все нервничают. В голове, в мыслях он думает, девочки, что-то он очень страдает, он очень хочет в скором будущем увидеть вас, хочет что-то, у него депрессия, сердечный удар, очень страдает крестовый король без вас, девочки, ему очень плохо. Хочет в скором времени вас увидеть, червовую даму. Здесь прямо на пороге, в скором времени, он очень будет злиться на бубновую даму. Здесь что-то она ему скажет, бубновая дама что-то ему скажет, ему не понравится, будет очень злиться. Так, что тут было? Было в прошлой встрече с бубновой дамой. Ну и надеялся он на червовую даму. Ну здесь он червовую даму обманул, девочки. Обманул бубновой дамой. Теперь он очень жалеет, страдает. Что же будет в будущем? В будущем сам себя будет ругать, будет удар получать от себя сам. Может быть, будет выпивать и будет сам себя ругать, девочки. Так, что тут за хлопоты? Ну, в его жизни было очень много неправильных движений, неправильных встреч. Он искал встречи, и жизнь у него как бы все перевернута вверх ногами, все пустое, да? Вот что бы он ни делал для себя, для своей жизни, все для него пустое. Ничего не получается, куда ни пойдет. В жизни какой-то крах, какой-то переворот у него в жизни, все катится вниз. Очень печалится, что с червовой дамой расстался, обманул, сделал ее пусто, очень страдает. И сейчас тоже он очень страдает и хочет вернуть червовую даму. Хочет в скором будущем вернуть червовую даму. Об этом он думает. И он хочет очень в скором времени вернуть червовую даму. Ищет встречи с вами, девочки, с червовой дамой. Какие-то у него надежды, планы были, все рушится, ничего не получается. Очень злится с бубновой дамой, тоже ничего у него не клеится, не получается. Он с ней ругается, очень злится. Надежды, желания к бубновой даме нету, одна злость. Может быть, здесь магия, дорога закрыта. Все в жизни вверх ногами. В его желаниях, в его надеждах одна пустота, и это уже продолжается довольно давно, и он злой. Вот тут что-то магическое, наверное, есть у него, девочки. Не наверное, а точно. Мужчину закрыли. И он злой на бубновую даму. И в будущем здесь он сам интересоваться будет червовой дамой. А бубновая дама надеется, что у них что-то серьезное будет. Но ее надежды остаются далеко внизу. А он надеется на серьезные отношения с червовой дамой. На сердце он любит червовую даму, хочет с ней встречи, свидания. Будет к ней идти, хлопотать, действовать. Будет делать шаги к червовой даме. Здесь в основном червовая дама. Он ждет известия, девочки. Может быть, он сам хочет позвонить. Думает об этом под сердцем, это никому не говорит, таит, хочет позвонить, и любовь, чувство у него в червовой даме все-таки есть.
Очень он хочет ее увидеть, встретиться, хлопотать к ней хочет, поговорить с ней хочет. Очень сильно. Хочет сказать при встрече, что он ее любит, что он давно хотел звонить, но не решался. Но все-таки об этом он думает. Он хочет позвонить в скором времени черговой даме. Уже он уже перестрадался, давно страдает, и в жизни все перевернуто. То, что черговую даму обманул, об этом сожалел. Ничего не получается, все ее надежды, его надежды, планы, все рушится. Все со злостью, как он с бубновой дамой связался, все перевернулся вверх ногами. Его дорога закрыта вот этими действиями очень сильными. Жизнь перевернута назад, вверх ногами, дорога перевернута. Как он ушел от черговой дамы с бубновой дамой. Одна злость бубновой даме, хочет все вернуть девочке. Сам себя ругает, выпивает. Бубновая дама думает, по магии все сделала, все у них получится. А тут он думает о черговой даме. Здесь он очень сильно интересуется черговой дамой. Он думает, что все у них получится и все у них будет серьезно. Так, девочки, ну ладно, дальше смотрим. Все-таки решил крестовый король к черговой даме похлопотать, прийти, поговорить. Объяснится, что любит, хочет позвонить вам, девочки. Так, ждите на выходные вашего мужчину, он придет очень скоро. Так, карты, которые не вошли в расклад, в прошлом. Так, в прошлом он заинтересовался бубновой даме, интерес большой был. Любил он черговую даму, девочки, все-таки, но почему-то бубновая дама осталась у него в сердце, а начал интересоваться бубновой даме. Наверное, хотел сидеть на двух стульях, ну и черговая дама ушла от него, да, вот. А так, в прошлом он ее любил, и бубновая тоже ему нравилась, но хотел и с ней прокрутить роман, и с черговой. Поэтому так вот и получилось у него. Давайте посмотрим, что теперь он будет делать. К кому он будет идти, что будет делать, самое главное. Как он проведет свои выходные, кому он пойдет, посмотрим. Да, наверное, любитель выпивать. Будет пить. И он надеется на черговую даму, пьет и надеется. Да, хочет он встречи с ней, будет встреча, девочки. Да, вот он пойдет, он черговой даме. Пойдет он черговой даме и хочет сказать ей теплые слова, слова любви, что он ее любит, что он хочет быть рядом с ней. Да, он вспоминает, как он обманул черговую даму. Очень много черных карт, девочки. Вот он обманул. Он сам себя обманул. Он оделся на бубновую даму и на черговую даму. Сам себя обманул. Здесь были встречи с черговой и с бубновой. Очень много черноты. Боже мой, сколько тут черноты. Тут черговую даму вообще задушили. Хорошо, что она еще живет. Да, сколько черноты. Чтобы он вообще не подходил черговой даме. Чтобы все делано пустое. Сколько здесь было сделано, я в шоке. Такой расклад, ужас. Сам себя очень сильно ругает. Но он тайно интересовался все равно черговой дамой. Все равно звонок он сделает. В его чувствах, смотрите, сколько черноты, да. Удар, депрессия у него давным-давно. Бубновая дама сколько сделала пустоты в его жизни, да, вот этими магическими действиями. Она давно колдует, девочки. Наводила на крестового короля одну пустоту. Одна пустота. Но все равно он закроет встречи с бубновой дамой, как бы она ни старалась.
Да, магии она делала очень давно, и чтобы у него в жизни было все пустое, чтобы ему ничего не интересно было, никуда не хлопотал, никаких действий никому не делал, кроме нее, да, кроме бубновой дамы. Вот поэтому Христовый король и в депрессии. В жизни ничего не получается, жизнь перевернута, дорога перевернута у него, бедный король, да, вот. Неужели эти бубновые дамы не думают, что и без чистки тоже все вернется бумерангом, а при чистке еще быстрее. Что у него за препятствие? У него вот это препятствие, чтобы он никаких действий не делал черговой даме. Вот это все сделано давно, чтобы он не пошел черговой даме. Препятствует его магические действия к черговой даме сходить, да, не дает. Вот это препятствует. Что произойдет у него? Все равно он пойдет, девочки. Свидание с кем будет? С черговой дамой. Все равно он пойдет, он это все преодолеет. Его магия будет пустой. Кто-то почистит, все равно пустой будет. Уйдет. Кто-то почистит, очень давно сделано вот это. Кто-то почистит, будет пустое, и он сразу идет к черговой даме на свидание. Что же его удивляет? Что его удивит? Его удивит, звонок будет. Звонок его удивит. Может быть, бубновая дама позвонит, но у него чувство холодное к ней. Вот это его удивит. Так. 7, 8, 9, 10, 11. Что одиночит? Он очень сильно интересуется черговой дамой с любовью, да? Вот это ему одиноко без черговой дамы. Вот это его одиночит. Что же его потревожит? Его тревожит бубновая дама, интересуется его жизнью. Это его тревожит. Что ж тебя порадует, наш крестовый король? Ну, он закрыт, его дорога закрыта к черговой даме, к надеждам. Но это все равно его радует, что все-таки интерес есть, любовь есть к черговой даме. Чем успокоиться? Здесь печалиться будет, переживать будет. Так, Христовый король как проведет свои выходные? Я думаю, он пойдет черговой даме, будет мириться, девочки. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем он успокоится? Для него, для нашего короля. Как он оставил черговую даму в прошлом, да, вот. Его жизнь пошла наперекосяк. И это давно уже длится, девочки. Так продолжается уже давно. Для дома. Для дома тоже. Давно он печальный. Сам себя он ругает, что с ним так произошло. Какой-то он, его дороги, видите, перевернуто, все перевернуто. И это давно у него продолжается так. Очень грустный мужчина, который к нам пришел, прямо очень грустный, печальный. На сердце. На сердце он думает, как он мог оставить черговую даму и пойти к бубновой жизни. Как он сделал ее пусто, думает об этом. Что было? Было в прошлом. Хлопотал он к черговой даме, а потом их чувства перевернули вверх ногами. Что у черговой, что у крестового короля. Видите? Они любили друг друга, но их чувства все перевернуто. У крестового еще ладно, стоит как бы, да, вот, а у черговой дамы вообще перевернуто. Так, что же будет? Будет он сам на себя злиться, и еще у него магия тоже присутствует. Но все равно интересоваться будет черговой даме, будет звонить. Успокоиться какими-то деньгами, девочки. Для него. Ну вот, у него жизнь перевернулась, как он начал надеяться на новую даму. У него все перевернулось. Для него.
для дома. Ну, здесь у него в жизни тоже одна мужская компания. Для дома. Для дома здесь, да, Бауспуб новая дама, еще какие-то у него встречи, общение будет. На сердце все-таки он интересуется черговой дамой, позвонит он девочке. Позвонит, интерес большой. Что было? Была у них любовь, общение было в прошлом, сейчас. Сейчас тоже я вижу, что будет встреча, интерес черговой даме. Так, чем же он успокоится? О, как по заказу, девочки, смотрите, успокаивается он тем, что у них будет очень крупная ссора с бубновой дамой. Как она поинтересуется о встрече, о свидании, как она признается, что любит, как она за Бог будет хлопотать о встрече, он сразу поругается, что никакой встречи не будет. Ну и посмотрим, что же тут дальше будет. Чуть покороче сегодня сделала, потому что смотрим на 2 дня, девочки. Так, здесь, девочки, будет крупный скандал. 5 пики вверх – это неизбежный крупный скандал. Сильно крупный скандал будет с бубновой дамой. Здесь он получает очень большой удар от бубновой дамы. Он в ней разочаровывается, что встречался, общался, какое-то время потратил, потерял. И не хочет он с ней, он хочет с ней расстаться. И об этом он ей и скажет, что все закончено, да, вот скандал, удары, расставание. И он бегом идет к черговой даме, девочки. Хотя черговая дама особо не хочет его видеть, да, вот. Но все-таки встреча будет. Черговая дама очень холодная и видеть его не хочет. Потому что столько черноты я видела у этого крестового короля с черговой дамой. Хорошо, что они еще живы-здоровы, да? Столько черноты и магии я давно не видела. Кругом черговая дама, особенно черговая дама, кругом вся под магией. Ну и он тоже. Ну вот такой расклад, девчонки. Кто в таких обстоятельствах, у кого-то какие дела, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и не забудьте подписаться на мой канал. Всем желаю счастья, любви, здоровья, девочки. Пусть все ваши мечты сбываются. Все, что вы хотите, пусть все исполнится. Всем удачных выходных. Всем, все, кто хотят быть счастливы, будьте все счастливы. По-моему, все хотят быть счастливы. Все хотят. Ну, вот такой расклад. Всем до свидания.